Пляж – идеальное место для отдыха. Солнце, море и песок – это то, о чем каждый мечтает, сидя за рабочим столом. Каждому хочется помечтать о белом песке, кокосовых пальмах и бирюзовой воде. Ведь ничто не способно так отвлечь от повседневной рутины и улучшить настроение, как природа, что создала поистине прекрасные вещи. Мы подготовили для вас уникальную подборку самых красивых, необычных, люксовых и даже опасных для жизни пляжей. Увиденное множество разнообразных побережий точно не оставит вас равнодушными и подарит воображению десятки новых кадров. Не забывайте подписываться и ставить лайки. Приятного просмотра! Остров Фрейзер в Австралии – это не просто красивый пляж. Это частые нападения акул и крокодилов, и даже можно получить ожоги от медуз. Нередко на пляже острова таятся ядовитые пауки, а также повышенный уровень радиации. Но все это не останавливает отчаянных путешественников, которые ежегодно стремятся посетить один из самых опасных пляжей на планете. Все тот же остров Фрейзер во всей своей ужасающей красе. В метре от кровожадной акулы рискуют оказаться те, кто осмелился искупаться в столь опасном месте. Запретный плод сладок. Именно поэтому людей так и тянет искупаться в бассейне дьявола. Но согласитесь, вы бы тоже рискнули. Это похоже на страшный сон. Мужчина вышел в океан с берега в крошечной лодке без еды. Он хотел прокатиться, но столкнулся с нежелательным спутником. Акула-молот так и крутится вокруг судна, будто бы готовясь к чему-то. Не всем нравится ходить на пляж, чтобы расслабиться. Многие приезжают на самый опасный пляж, чтобы ощутить весь спектр ужаса и пережить новые эмоции. Аллея акул идеально для этого подходит. На Гавайях и по сей день периодически проявляет активность вулкан Килауэа. С 1983 года поток лавы время от времени выливается в океан, что делает пляж с черным песком одним из самых опасных нашей планеты. Это действительно пляж пластиковых бутылок. Но не все так просто. Еще вчера полный туристов австралийский пляж сегодня именуется особо опасным, ведь в выброшенных на берег бутылках поселились ядовитые физалии. Пляж Сент-Джонса считается самым смертоносным благодаря безжалостным акулам, которые частенько подплывают к берегу. Это место ежегодно забирает жизни у нескольких особо решительных серферов. Некоторые места лучше оставить нетронутыми. Это точно касается пляжа Утакле в Норвегии. Красивое место, где можно увидеть даже северное сияние. Однако купаться не стоит, ведь максимальная температура воды тут 4 градуса по Цельсию. Змеиный пляж до сих пор привлекает отчаянных туристов уникальным побережьем. Однако его не просто так считают особо опасным. Сотни ядовитых змей готовы прогнать каждого непрошенного гостя. Берег скелетов был назван «Вратами Ада», ведь это место известно многочисленными кораблекрушениями, которые происходят в результате Бенгельского течения. Также тут плавает более 11 различных видов акул, а по самому пляжу бродит множество львов и гиен. Опасными большинство пляжей делают акулы, что подплывают близко к берегу и создают опасную для жизни отдыхающих ситуацию. Прошли те времена, когда люди довольствовались лишь песком и морем. Теперь обязательной частью отдыха становится полный сервис, первоклассная интернациональная кухня, развлекательная программа и бассейн с джакузи. А пляж достаточно лишь видеть, купаясь в бассейне. В
Согласитесь, нет ничего лучше, чем иметь свой личный выход в море или океан с собственной яхтой. Пляж Заро – один из лучших пляжных клубов. Он привлекает своей спокойной атмосферой и тишиной. Тут отдыхающие чувствуют полную гармонию с природой, хотя за спиной и располагаются все удобства высшего класса. Сегодня для многих съездить на пляж – это провести время в шикарном номере люксового отеля с видом на тот самый пляж. И вовсе не обязательно жариться на песке. Курорт на Фиджи – это рай для богатых. Частный остров размером в один отель, который готов принять и подарить неземной отдых тем, кто готов платить $1000 за ночь. Белейший пляж, прозрачное морское дно с необычными обитателями, зеленое побережье, что создает природную тень – это все так и манит к себе тех, кто готов за пару дней райского отдыха отдать годовую зарплату. Нет, это не сказка. Это реальный вид одного из номеров самого дорогого отеля на Карибском побережье. Это очень тихое место, удаленное от повседневной суеты и забот. Каждый номер – это отдельный домик с собственным бассейном. Это делает отдых незабываемым, а значит, однозначно оправдывает высокую цену. Если вы мечтаете об отдыхе вдали от своей напряженной жизни, полной утомительного богатства и власти, то Мальдивы – это то, что доктор вам прописал. Иметь возможность, не выходя из дома, прыгнуть в прохладный водоем – это что-то из фантастики. Но оказывается, нет ничего невозможного. Только посмотрите на этот дом Пирс. И такое бывает. Вот как выглядит пляж, на котором действительно нет места. Этот маленький, но очень красивый участок песка заняли решившие отдохнуть тюлени. Пляж белых ракушек – это уникальное место в Австралии. Белоснежные ракушки разбросаны на километры побережья. Глубина слоя ракушек в некоторых местах превышает 9 метров, что, согласитесь, удивляет. Валуны Мауираки, по легенде, это не просто глина. Это дыни, что миллионы лет назад боги сбросили с небес как дар местным жителям. Такая предыстория придает пляжу особой энергии. Алмазный пляж – это айсберги, выброшенные на берег исландского черного побережья, что ослепительно и дерзко смотрится на резком контрасте с черным песком. Пляж Маху является один из самых удивительных в мире. Это определенно уникальная туристическая достопримечательность, ведь сразу за побережьем расположилась посадочная полоса для самолетов. Тропа великанов Северной Ирландии – единственный в своем роде пляж, который появился в результате активности древнего вулкана. Пусть люди и считают себя хозяевами земли, тюлени упорно с этим не соглашаются и при каждом удобном случае недвусмысленно показывают, кто тут истинный хозяин побережья. Махана-Бич – гавайский пляж зеленого песка, расположен в мертвом вулкане на самом юге острова Гавайи. Цвет обусловлен оливковым песком, вымытого из прибрежного кратера вулкана. Пещера Алгарве-де-Бонагил находится в Португалии и является одним из самых красивых мест на планете. К самой пещере добраться можно только по воде.
Необычность этого пляжа – это достаточно большие волны, что формируются у берега, чем делают идеальный аттракцион для детей и взрослых. Весело и безопасно, звучит идеально. Нудистский пляж – это особая достопримечательность Коста-Рики. Шум волн Улувату – это то, зачем летят через весь земной шар. Вы послушайте, как успокаивают, казалось бы, такие опасные волны. Райский остров – это место, где отдыхает тело и успокаивается душа. Внимательно послушайте божественный шум воды райского берега. Нет ничего красивее дикого, нетронутого пляжа, где еще не ступала нога человека. Вслушайтесь в эту музыку природы и насладитесь мелодией девственного побережья. Закат на пляже не только завораживает смотрящих, но и звуками воды лечит слух, что так устал от городской суеты и шума. Попробуйте насладиться и вы. Один из исчезающих островов Бора-Бора – это уникальный одинокий пляж, добраться на который можно лишь вертолетом. Шоал-Бэй славится своими голубыми чистыми водами и мелким белым песком. 4 километра полны нирваны. Неудивительно, что Шоал-Бэй из года в год оценивается как один из самых красивых пляжей в мире. Постарайтесь услышать, как звучит умиротворение.